Универсальный спорткомплекс Подмосковье вновь принимает гостей. Здесь проходит региональный этап Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Студфест». Внутривузовский отбор, проходивший с 1 по 23 сентября, сформировал команды, которые готовы к соревнованию друг с другом уже на областном уровне. Приятно, что здесь проводим Щелково. Это наш лучший центр Российской Федерации. В прошлом году завоевал. Все благодаря работе работников Щелковского УЗК Подмосковья. И благодарим студентов, которые приехали из наших вузов и хотят показать свою спортивную направленность. Мы хотим, чтобы именно вы, молодое поколение, на подмостках замечательного, уникального спортивного комплекса Подмосковья показали, на что вы способны. Около 700 молодых людей приняли участие в отборе на всероссийский этап проекта. Команды, состоящие из сильной половины человечества, посостязались в бомберболе. Это одна из разновидностей футбола, в котором участники одеты в огромные надувные шары. Девушки же смогли попробовать свои силы в компьютерном спорте и танцевальном батле. Молодежь из вузов Московской области и таких городов, как Дубна, Коломна, Щелково, Дмитров, Мытищи, Королев, Раменская и Орехово-Зуево собрались на региональном этапе проекта «От студ зачета к знаку отличия ГТО», чтобы в очередной раз доказать, как важен и необходим спорт в повседневной жизни. Считаю, что ГТО должен сдавать каждый, и каждый должен уметь делать те нормативы, которые там прописаны. Победившая сборная примет участие во всероссийском этапе, который будет проходить с 10 по 14 декабря. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».